Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1303. Даны прямая, окружность и точка А, не лежащие ни на прямой, ни на окружности. И нам нужно построить квадрат ABCD, квадрат такой, чтобы точка А совпала с данной точкой, точка Б находилась бы на данной прямой, обозначим на данную прямую N, а чтобы вершина D находилась на данной окружности. И нам нужно построить квадрат. Тогда воспользуемся поворотом на 90 градусов. Поворот на 90 градусов. И начертим образ данной окружности при повороте на 90 градусов относительно точки А. Для того, чтобы построить такой образ, вначале построим отображение центра окружности. Обозначим центр окружности точкой О. И для того, чтобы построить образ точки О, соединим точки А и О. А теперь на прямой, перпендикулярной отрезку АО, проходящей через точку А, отложим отрезок, равный отрезку АО. Получим отрезок АО1, но отрезок АО запишем. Точнее, мы построили отрезок АО1, равный отрезку АО. И таким образом точка О1 является образом точки О, полученным при повороте на 90 градусов относительно точки А. Поворот – это движение. При движении окружность отображается на окружность того же радиуса. Тогда измерим радиус данной окружности и начертим окружность центра в точке О1 того же радиуса. Получим образ окружности при повороте на 90 градусов относительно точки А. Наша окружность пересеклась с прямой. Точку пересечения обозначим B. Точка B лежит на образе окружности. Значит, существует некая точка на первой окружности, которая является прообразом для точки B. Для того, чтобы найти такую точку, мы соединим точки А и Б и начертим на прямой, перпендикулярный отрезку АВ, проходящий через точку А, отрезок равный отрезку АВ. Ну, этот отрезок, как раз конец этого отрезка, будет находиться на первой окружности. Обозначим эту точку D. И теперь через точку D проведем прямую параллельно АВ. Через точку B проведем прямую параллельно АД. Обозначим точку пересечения полученных прямых C. И получим квадрат ABCD. Ну, в самом деле, поскольку точка D у нас отображается в точку B, то расстояние AB и AD равны. Причем угол BAD – это угол, равный 90 градусов, поскольку мы совершали перенос, мы совершали поворот на 90 градусов. Прямую CD мы построили параллельно AB, а прямую BC мы строили параллельно AD. Таким образом, ABCD – это параллелограмм, у которого угол А прямой, значит, все остальные углы прямые, и смежные стороны равны. Тогда ABCD – это искомый квадрат, вершина А которого совпадает с данной точкой А. Вершина B лежит на данной прямой, а вершина D лежит на данной окружности. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.